У старых газет и журналов может быть вторая, не менее интересная жизнь. О скрытых возможностях обычной бумаги узнаете в новом выпуске программы «Стеклянный дом». Доставайте все необходимое и присоединяйтесь к нам, ведь плетение из бумажной лозы по-настоящему увлекает. Мне однажды сказали, что скоро у нас будет дома все в корзинах. На самом деле у меня все в корзинах. Ну, в основном это, конечно, функциональные вещи. Встретимся с вами 23 апреля в 19 часов на национальном телевидении «Чувашии».